достаточно случайной искры. Не, даже не нужно открытого пламени, достаточно случайной искры. Как в этом страшном видео у китайских коммунальщиков. Что с ними стало после детонации горючих веществ, местные СМИ умалчивают. Минут 20 секунд на наших часах. Очень-очень скоро все начнется. К ним может примешиваться сероводород, а также аммиак и другие газы.